Ваша речь не пользуется успехом, вас не замечают окружающие и регулярно не удается убедить и донести до людей свою точку зрения. Возможно, вы упустили из виду такие важные части ораторского искусства, как язык тела, мимика и жесты. Не совершаете ли вы какие-либо ошибки в этих сферах? Давайте в этом разбираться. Помните, как в самом первом занятии мы с вами разбирали историю ораторского искусства? И там же мы с вами обращались к цитате Цицерона из его трудов об ораторском искусстве. Так вот, сейчас мы тоже к ней обратимся, но только к той части, которая как раз-таки касается сегодня нашей с вами темы. Движениями он будет владеть так, чтобы в них не было ничего лишнего. Держаться он будет прямо и стройно. Расхаживать изредка и немного. Выступать вперед с умеренностью и тоже нечасто. При этом никакой расслабленности шеи, никакой игры пальцами. Он не будет даже отбивать ритм суставом. Зато, владея своим телом, он может наклонять стан, как подобает мужу, простирать руки в напряженных местах и опускать их в спокойных. А какое достоинство, какую привлекательность изобразит его лицо, которое выразительностью уступает только голосу. При этом должно избегать всякого излишества, всякого кривляния, но зато искусно владеть взглядом, ибо как лицо есть изображение души, так глаза — ее выражение. А насколько им быть веселыми или печальными, покажут сами предметы, о которых будет идти речь. Марк Тулли Цицерон, «Трактаты об ораторском искусстве». Для того, чтобы понимать, зачем нам вообще обращать внимание на тело, жесты и взгляды, обратимся к тому, как работает наш мозг. Например, вы смотрите выступление диктора, у которого плохая осанка. Он сгорблен. Вот вы можете сейчас посмотреть на меня. Если я буду стоя вот так, с неправильной осанкой, к вам обращаться, вы явно почувствуете дискомфорт. Вам будет казаться, что что-то здесь не так. Возможно, или даже в большинстве случаев, вы даже не поймете, что не так, потому что человек может говорить действительно стоящие вещи, может информацию давать, в которой он действительно компетентен, но при этом все равно вам чуть-чуть совсем неинтересно будет его слушать. А все дело в том, что потому что наша система, она именно вытягивает из памяти вот эти паттерны восприятия, которые устоялись в нашей голове. И по этим паттернам восприятия, которые мы не осознаем, мы и формируем впечатление о человеке и впечатление о том, что в принципе происходит вокруг. Сделаю небольшое лирическое отступление, но очень важное. А речь идет о том, что когда вы смотрите на то, как выступают другие спикеры или другие ораторы, вам совсем не обязательно быть на них похожими. Конечно, у вас должна быть определенная база, которую мы сейчас с вами изучаем. И эта база есть у всех спикеров, у всех выступающих, неважно какого уровня или ранга. Но при этом какой-то фирменный стиль у вас может быть свой. И именно тот, конкретно в котором вам комфортно. Язык тела. И начнем мы с осанки. Как думаете, почему правильная осанка важна в речи? Вы можете сейчас попробовать начать гуглить, искать об этом информацию, но я упрощу эту задачу и скажу вам о том, что осанка важна именно с позиции того, как вы произносите информацию. И это не только визуальное восприятие, но и объем, четкость, громкость вашего голоса. Поясню, когда вы горбитесь или имеете неправильную осанку, то у вас физиологически все проходы, которые есть в нашем теле, сжимаются, становятся более узкими. И из-за этого проход воздуха затрудняется. И это затруднение вызывает сложности с речью. С другой стороны, когда люди смотрят на вас и видят, что у вас неправильная осанка, это тоже формирует определенное впечатление о вас. Конечно, все зависит от того, где вы находитесь и при каких обстоятельствах. Конечно, если вы находитесь в группе людей, которые являются просто вашими друзьями и с которыми вы веселитесь, вас примут таким, какой вы есть.
Но при этом, если вы планируете влиять на других людей, планируете доносить какую-то информацию, важно иметь правильную осанку. Потому что правильная осанка, она как раз-таки формирует впечатление. Впечатление о том, что вы знаете, о чем говорите. Что вы уверены в той информации, которую доносите, и при этом не врете, как бы грубо это ни звучало. Еще один важный аспект касаемо работы нашего тела, это когда вы переминаетесь с ноги на ногу. Можете, в принципе, увидеть конкретно на мне, как это выглядит. Конечно, это тоже не критично, когда вы просто находитесь в компании друзей. Но при этом вы должны понимать, что вы все равно, находясь в повседневной жизни, при своих обычных обстоятельствах, формируете определенную привычку, паттерн поведения, который закладывается к вам в голову. И поэтому, когда вы уже выходите на сцену или пытаетесь донести какую-то информацию, вы все равно подсознательно будете делать неправильные движения. А переминание с ноги на ногу, оно скорее создает впечатление о том, как один из моментов, что вы либо не уверены, либо нервны, либо действительно на ходу придумываете информацию. Конечно, сейчас сложно это принять, и человек, который на вас смотрит, он не скажет так, как я вам сейчас говорю, потому что он этого не осознает. Но общая картина формируется, и у человека может отложиться в голове. Вроде хорошо говорит, а вроде бы что-то не так. Это маленькая тонкость, но она влияет на очень многое. Выражение нашего лица. Вы можете заметить, что когда вы разговариваете с человеком по телефону, или тем более, когда ведете просто переписку в соцсетях, что вы не совсем можете понимать, о чем говорит человек. А все дело в том, что вы не видите выражение лица. И выражение лица — это как раз-таки источник информации, при котором вы можете понимать, что одна и та же фраза с одним выражением лица может иметь одно значение, с другим выражением лица может иметь совсем иной смысл. Может быть серьезной, а может быть одновременно и шуточной. Приведу пример одной и той же фразы, но с разным эмоциональным и визуальным посылом. «Ты выступил очень и очень достойно». Вы можете увидеть, что я обращаюсь с большим уважением, с почтением и выделяю конкретный поступок человека, что он смог выступить на достойном уровне. Второй вариант. «Ты выступил очень и очень достойно». И здесь вы можете заметить некоторую нотку сарказма. То есть человек, возможно, ошибся в своей речи, что-то сделал не так, когда выступал. И я использовал сарказм для того, чтобы показать человеку, что он вроде как выступил достойно, но я отмечаю не достоинство, а конкретно недостаток его выступления. И это понятно, что очень важно не только по выражению моего лица, но и по интонации, которую я использую. Но интонация — это немножко другая тема. О ней мы, возможно, поговорим позже. Жестикуляция. Жестикуляция — это то, что мы с вами показываем при помощи рук, и этим дополняем то, что мы с вами говорим. И условно жесты можно подразделить на три типа. Тип номер один — указательный. При помощи этих жестов мы ставим четкие акценты на важности конкретной мысли, которую мы доносим. Например, вам важно усвоить именно вот это упражнение. Вы должны обратить внимание, что именно вот это задание вам точно нужно выполнить. Я только что использовал указательные жесты. Я подчеркивал при помощи них конкретную информацию, что вам важно обратить на нее внимание. Второй тип жестов — визуализирующие. Другими словами, при помощи этих жестов мы визуализируем конкретные предметы. Не всегда это получается, но если есть возможность, желательно это использовать, потому что таким образом мы усиливаем информацию, которую доносим. Например, я могу сказать о посылке, которая пришла ко мне. Знаете, ко мне недавно пришла посылка. Она была вот примерно вот такой формы, продолговатой. Только что я визуализировал, как выглядела посылка. Или еще один пример. Я летал на воздушном шаре. Он был вот такой большой, круглый, и при этом снизу у него было такое основание, в которое мы сели, и вот в нем-то мы получали все те впечатления, которые были у нас в воздухе. Другой пример. Допустим, вы пришли в спортзал,
и увидели там людей, которые сильно накачаны. И потом вы приходите домой и делитесь впечатлениями. Представляешь, я там видел вот такого качка. У него были вот такие огромные банки, и при этом пресс сильно выделялся. Вот здесь вы тоже можете увидеть, что я визуализировал, какой был примерно объем мышц. Или как примерно выглядел рельеф тела того или иного спортсмена. И третий тип жестов — это абстрактные. А именно те, которые мы используем в большинстве случаев. И они просто дополняют, усиливают нашу речь. И при помощи их нельзя описать какой-то конкретный предмет. С их помощью невозможно указать или дать какую-то команду. Но при этом мы с их помощью просто усиливаем то, что мы говорим. Конкретно вот как пример то, что я делаю сейчас. Я использую руки, чтобы донести до вас информацию. Возможно, у вас сейчас возникает вопрос, а как я все-таки могу научиться использовать жесты? Я могу порекомендовать вам один простой лайфхак. Это включать различные видео там, где выступают профессиональные спикеры. Неважно в какой сфере, главное, чтобы это были профессионалы. И вы можете смотреть, как человек жестикулирует, как он использует эти жесты, в каких местах он использует визуализирующие, указывающие или еще какие-либо жесты. И таким образом постепенно у вас будет формироваться насмотренность. Вы можете смотреть на эти выступления и после этого пробовать выступать перед зеркалом и использовать те или иные жесты. И таким образом ваш жестикуляционный запас будет увеличиваться. Еще один вариант, который вы можете использовать для того, чтобы научиться работать с жестами, это, допустим, взять какую-нибудь книгу или рассказ, неважно из какой сферы, и там подчеркнуть слова, на которых вы примерно можете использовать те или иные жесты. И когда вы это сделаете, вы можете, смотря в книгу, конкретно руками показывать жесты, которые вы используете. И таким образом вы тоже будете постепенно нарабатывать базу ваших жестов. Сегодня мы с вами рассмотрели одни из главных составляющих невербальной коммуникации. А это язык тела, жестикуляция, мимика. И в следующей программе мы с вами будем говорить о визуальном контакте. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать что-то новое, и успех обязательно к вам придет. С вами был Андрей Чернышов. До встречи!